Друзья, дорогие, всем привет! Снимаю прямо у себя в ванной, экстренный выпуск. Рамиль мне за час предупредил, что у нас через час сейчас будет съемка в офисе. Будут снимать, в общем, нашу компанию. Кто не знал, я работаю в компании Stay Property. И для многих, оказывается, мне сказали, что это важно. Говорит, покажи, где ты работаешь. Покажи, что ты не одинокий здесь странник, так сказать. Ну что, сегодня будет выпуск, посвященный моей работе. Будут нас снимать, а я буду их снимать в ответ. Всем приятного просмотра. Лайки ставьте, подписывайтесь на канал. Поехали. Какой чудесный день. Какой чудесный я. Песенка моя. Так, где у нас наш великий блогер? Вот он. Тоже помятый. Ты тоже помялся за ночь, да? Я, в общем, сказал, что ты взял за час мне, предупредил, что мы едем сниматься. Кто-то мне говорил, что в армии служил, ты должен вот, ну, быть к этому. Ну вот я. Зажглась. Вот я, пожалуйста. Все, друзья, раздеваемся. Сидим в машину. Тан-тан-тан-тан-тан. Здесь активно очень идет подготовка к съемкам. Пользуясь случаем, хочу показать вот два наших проекта новых. Вот этот еще даже не начался. Во Всаларии проект. И второй, вот этот проект в Обе. Тоже самое-самое начало. Кому интересно, опять же спрашивайте, какие цены, где находятся. Проекты оба классные. Давай! И это канал Алания ТВ, компания Stay Property. Подписывайтесь. Уф. Это нормально сказал один день? Один. Один день. Всем привет. Как у вас дела? Друзья, сегодня будет интересное видео. Один день с каналом Алания ТВ. Ну что, мы сейчас находимся в офисе. Сниму очки, которые вас уже раздражают. Вы пишите, Рами, купи себе новые очки, не уже денег нет. Подарите, подарите. Так, ребят, сейчас мы находимся в офис. Компания Stay Property, снимите это название великое. Проходим. Подождите, вот проходим, давай туда. Не-не, все нормально, вот отсюда просто. Подождите, еще же я тут. Подожди. Давай. Что, заходим в офис. Как всегда, здоровье с нашими коллегами. Всем привет! 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 Значит, видео, которое давно просите, что было пост, снимите квартиру просто, друзья, она обязательно у нас будет. Почему мы не сняли, Наталья? Ну вот я приехал. Вот, Наталья, скоро приехала. Будет видео. На самом деле. Вот здесь вот пока врежем. Что-то у тебя тут все сбилось, нафиг. Сейчас ничего не делал. Ну, вот так вот, друзья, ходят съемки у нас. Сейчас мы еще поедем в офис Махмутлар. Там Оля ждет нас. Еще там поснимаем. Так что увидимся уже в Махмутларе. Вот так весело мы работаем, да? На подработке. Ну, ребята, трудные времена, экономика вперед. Здравствуйте, здравствуйте. Мы вас видели. Да? Да, спасибо. Только никому не рассказывайте, что мы сейчас делаем.
Видите, нас уже узнают. Мы приехали в Махмутлар, здесь второй офис. Рамиль здесь, видите, решил прибраться. У них здесь более серьезная съемка. Сейчас зайдем вовнутрь, немножечко вам покажем. И на этом закончим наше сегодняшнее видео. Классное, позитивное. Наш офис находится на улице Барбаросса. Я думаю, легко его будет найти. Stay Property. Заходите, говорите, что с моего видео. И получите скидку персональную. Сейчас вам чуть-чуть покажу, как выглядит внутри все. Такая здесь красота. Это Оля, вы ее уже все знаете. А здесь мы, собственно, снимали наше видео. А здесь будет новая студия. Кое-что придумали на Ваня ТВ. Можете скоро увидеть новый проект. Ну что, все, друзья, на этой прекрасной ноте я завершаю это видео. Немножечко показали бэкстейдж со съемок, немножечко показали место, где мы работаем. Я думаю, это видео было интересным. Не забывайте, опять же, поставить лайк, пишите комментарии, что вы хотите еще увидеть, чтобы я для вас снял. Всем пока, всем отличного настроения, отличной рабочей недели. Увидимся в Алании, дай бог. Пока!